Сейчас мы, ребята, узнаем, как обойти блокировочку в России, чтобы смотреть ютабчик. Способ действует на начало августа 2024 года. Ссылочка на сайт, и здесь есть ссылка скачать последнюю версию. Переходим по ней и качаем последнюю версию, файл zip. При скачивании файла надо будет разрешить его скачку, нажать разрешить загрузку, потом разархивировать его можно, не изменяя название. И уже в самой папке, чтобы работал YouTube, достаточно нажать один Russia Blacklist. Откроется вот такое окно, и пока оно действует, YouTube будет работать. Пример. HD грузится. У кого интернет помощнее, результат будет получше. Если вы ленивый и хотите сделать автозапуск программы, то можете проинсталлировать ее в автозапуск сервис install Russia Blacklist. Кликайте два раза, у вас она прописывается в автозапуске. Если хотите ее потом удалить, msconfig набираете, у вас вылетает окно, и здесь в службах она будет, эта прога, находиться. Здесь вы снимаете с нее галочку, например, вот так, применяете, перезагружаетесь и потом сносите всю папку вот эту. Часто не удаляется, потому что у нас файл активен, который отвечает за YouTube. Мы ее, допустим, закрываем. И все, папка у нас улетела в корзину. Я бы использовал способ ручного запуска этого файла, потому что мало ли что будет завтра. Спасибо за внимание. Peace.